Всем привет, сначала я нахожусь в игре Kitten Match. Сейчас я буду в эту игру сейчас играть. Как бы я сейчас просмотрел рекламу. Ну, точнее, там... Ладно, давайте сейчас играть. Я, может, постараюсь эту игру хоть каждый день эту игру запускать. Может, в школе постараюсь. Но в школе мне нельзя снимать видео. Я же как-то беспалевно заснял, но не на уроке. Давайте уже начнем. Да, мы завершили. Так, level complete. Я получаю эту монету. Так, Так, проходя уровня, мы будем зарабатывать одну медаль. Используем медаль, чтобы украсить нашу комнату. Ага. Теперь я понял. А как? Ладно. Поехали. Поехали эту игру проходить. Я, может, игру буду хоть и каждый день запускать. Теперь я понял, как. А почему это все бесконечно? Странно. Так, что же мне надо сделать? Готово. Уровень пройден. Не, я не буду смотреть. Я буду не только это медали зарабатывать, но еще и монеты. Улучшаю кровать. Так, какую же мне эту или эту или эту? О, ну давайте вот эту. Это покрасивее. Спасибо, Тайло. Ты такой хороший. Эта кровать выглядит очень комфортной. Ага, ну-ка. Я устала, можно и отдохнуть. А, можно я отдохну. Ладно. Кити прыгнула на кровать и засунула, пока ты не заботился о ней. Ладно, давайте еще. Я могу написать свой ник? Ладно, поехали проходить. Ну нафиг. Ладно. Ах ты ж, я думал прокатит, а оказывается нет. Да, мы прошли. Мы прошли. Может, это и девчачья игра, но я не девчонка, я может привыкну тоже к такой игре. А ну-ка, подождите. Ладно, не разобрался. Цели. Ага. Ух ты ж, нифига себе. Летим. Да, как так? Как так-то? Автоматически прошел. Да ну нафиг. Подождите. О, запишу-ка я свой ник.
Ой, не то. Нельзя использовать особые символы. Может тогда так? О, теперь нормально. А давайте-ка 10 накопим этих медалей. Но я не думаю, то, что я это деньги сэкономлю. Ой, какие деньги. Монеты. Давай. Офигеть. Так это я прошел. Фига себе. Мы прошли. Ладно. Да еще 10 таких медалей накопить. Так, еще 8 осталось. Медалей, и все. Я красавчик. А это еще что? А, так это их собирать. Так, ну все, я понял. Мы прошли. Level easy. Да ну нафиг. Еще больше монет. Давайте еще 7 таких это медалей. И все. Будем тут прокачивать, тут все. Цели. А нафиг. А, понял. Готово. Ого, так сработало. Теперь здесь. Изи, каточка. Поехали. Ясно. А зачем? Ладно. Еще 6 медалей и все. Цели. Ух ты ж. Да ну нафиг. Да ну нафиг. Уровень изичный. Подождите. А, собрал. Что же сделать не надо? Ага, вот так. Да. Мы прошли. Летим. Бум. Да ну нафиг. Еще 5 медалей. А. Так. Сундучок, а это что? 10 минут бесконечной жизни. Угу, понял. Цели. Теперь я понял, что это цели. Хм.
Что же делать? Блин, мне надо наукой подумать. Вот, давайте так. О, идея. Изи. Пяточки изи. Офигеть. Это практически как это... Остин. Как его там, Гадден... Забыл что-то. Да ну нафиг. Ой-ой, пацаны, у меня 14 попыток. Да ты шо? О, нормально. Ладно. Да я таких темпом уже это многом это медали собираю, когда я не смогу снимать видео. Так, цели. Это еще что? А чё так мало? Теперь нормально. А нет, уже нормально. Ой, да я, да мне не, блин, да мне не в рекламу. Я хотел не то. Зачем? Ладно. Еще 3 медали осталось. Согласен. Ладно. А как мне этого забрать? Ну что это за милые глазочки? Да как так-то? Ничего не понимаю. Ладно, поехали дальше. Цели, поехали. Да ты шо? Бум! Изи, каточки. О, нормально.
Ах, да. Тогда вот так. Да ты шо? Нормально. Еще пару медалей и все. Трачу их. А потом я буду копить. Да ты шо? Да ты шо? О, нормально. Да. Изи. Левел пройден. Да. Изи. И последняя медаль я трачу. А это еще что за печенье? Цели. Ага, я понял. Что же делать? А, так. Дальше я сам не знаю. Да ты шо? Ничего себе. Да нафиг. Е! Прошли. Ну что, ребят, пойдемте тратить. Пол. Кто эти такие? Такие мне нравятся. Эта кровать такая удобная, спасибо Чану Вова. После короткого отдыха Китти почувствовала себя немножко лучше. Кошель, кошель, пол новый, и теперь наша комната выглядит немного чище, чем Вова. Вы отлично справились. Ладно. Что нужно сделать? Найти лекарство. Да ты шо? Новая кошка? Ну, трогай шкаф. Ну, типа того. Не думал, что коты умеют разговаривать. Ладно. О, подарок. Вы мне еще... А. Ладно. Настроить шкаф. О, такой подойдет.
Немножко консервов. Теперь Китти почувствовала себя почти как дома. Кошачье гнездо. Такое. Давайте-ка я пропущу тут все. Чтоб не тратить время. Новая мебель. О, это с фруктами. Пропускаю. Новое окно. Да ты шо? Ладно. Окно. Такое подойдет. Да ты шо? Нашли лекарство. Все здесь трачу. Все тут трачу. Ха-ха. Пропускаю. Ремонт. Кошачье дерево. Да ты шо? Да это тут можно паркур делать. Ну, давайте такое. Играть. Да ты шо? Я уже новый день завершаю. Да ну. Настроили хорошую комнату. Ну, да ну. Войдем. Старый диван. Ну все, давайте будем на это заканчивать. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, пишите комментарий. Всем пока!